Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки от компании BAT, модель FatShed. Данная приманка является виброхвостом, выпускается она в двух размерах 40 и 55 мм, то есть виброхвосты достаточно миниатюрные и компактные. Приманка находится вот в таком вот пакетике, то есть поставляются приманки в классическом для фирмы BAT упаковке, которая имеет zip-замок. Внутри виброхвосты располагаются без подложки, россыпью, ну и в пачке находится 12 приманок. Приманка выглядит вот таким вот образом. Она очень компактная. На обзоре у меня приманка в размере 40 мм. Как можно видеть, данный виброхвост имеет достаточно высокое тело для своих размеров. Но при этом виброхвост достаточно узкий. Хвостовой стебель тонкий. Пятка средних размеров. Приманка сделана из очень мягкого силикона, но при этом материал упругий, живучий. Выпускается BAT FatShed в 12 расцветках. Есть и натуральные, и кислотные расцветки. Вот у меня на обзоре приманка в цвете 006. Это цвет карамель. Ну и внутри присутствуют вот такие вот зеленые блестки. Данная приманка небольшая, поэтому оснащать ее рекомендую одинарным крючком, ну или небольшой джиг-головкой. Проводка у данного виброхвоста, это может быть ступенчатая проводка, подбросы одинарный, двойной, ну и равномерная проводка. Вот основные три базовых вида анимации у данного виброхвоста. Приманка прекрасно подходит для ловли окуня. Также при лове может идти и белый хищник, такой как главль, ясь, жерех. Также и при лове может быть щука, другая хищная рыба. Приманка имеет доступный ценник. Напомню, выпускается в двух размерах 40 и 55 мм. Приобрести виброхвост BAT FatShed можно в интернет-магазине F-Magazine. Ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте интернет-магазина F-Magazine. Пользуйтесь, не забывайте о промокоде. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео полезно, то ставьте палец вверх. Всем пока!